Всем привет, ребятки! Мы играем в Hills of Steel, вы на канале Duda Play. Так, давайте попробуем нашим большим мощным скорпионом пощелкать вот этих вот танков. А ну иди сюда, малыш! На! Все, готов, уничтожили. Такой большой скорпион. Ему ничего не страшно. Не страшно абсолютно. На! С одного удара мы уничтожаем вражеские танки. Держи. О! Все, уничтожили. Так, вот этого теперь. Опа! Прям я буду жалом. Жалом их щелкать. На! Получи! Готов. Идем дальше. Так, кто это у нас тут? Ё-моё. Малышочек. Кстати, ребята, хотел передать привет сразу. Давайте передам привет. Олегу Туманову, геймеру Робину, Лест Геймеру, Море Жене, Александре, Елизавете, Максиму Павленко, Оле Лейхнер, Кристаллу и, конечно же, еще Артему Про ТВ. Да, ребята, я вам передаю привет. Ну, а если ты хочешь, чтобы я тебе передал привет, просто напиши в комментариях под этим видео привет. И в следующий раз я передам привет лично тебе. Да, ну и не забудь поставить лайк этому видео и подписаться на канал. На, давайте мы пощелкнем. Ну вот, наконец-то у нас таки едет босс. Босс удар грома. Угу. Сейчас мы его, ребята, щелкнем. Ну, естественно, мы его сейчас еще плюнем туда в него. Ядом. Опа, все. Готов. Уничтожен наш босс. И мы, ребята, выиграли эту битву. 2 на 2. И возьму-ка я, знаешь, какой танк. Почему бы мне взять не кобру? Давненько я не играл коброй. Сейчас мы коброчкой поиграем. Так, у меня этот дружище с Феникс. Феникс какой-то. Феникс, друг. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На-на-на-на-на. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, вот они стреляют ракетками. У меня же тоже есть такие ракетки, вонючки. Получайте. А-а-а. На. Ох, все, меня уничтожили. Ладно. Блин, смотри, какой арахнит. Быстрый. Ну. Отщелкался. Отщелкал свой арахнидик. Так, этого сейчас поджарим. Давай, давай, давай. Есть. Готово, ребят. Победная серия. Меняем танк. Тогда я так сейчас танк другой возьму. Беру Джокера. Сейчас будет... Ух ты, нифига, 2 Атласа. Хорошо. 2 Атласа. Сейчас мы вас, ребята, напалмом. Давайте, подъезжайте сюда. Во, подъезжают. Так, напалм, блин. Не попал напалм в них. Ну, мы их, конечно, расфигачили. Знаешь почему? Потому что они достаточно слабые. Атласы, сами по себе. И у нас сундучок есть. Давайте откроем, посмотрим, что в сундуке. Монетки, кобра, круглая пила. Угу. Ладно. Берем другой танк. Я беру Феникса. Угу, Атлас. Ну, Атлас, он, его прокачивать надо. Ух ты, 2 Феникса, офигеть. Офигеть, ребята. Ладно. Сейчас пожарим. Так, все, Феникс, видишь, сразу уничтожился. Прям комплект берем. Все, и ждем, жарим его здесь. Офигеть, мы его прожарили. Прожарка титана получилась. Ну, давай еще раз попробуем. Прожарочку кому-нибудь сделаем. Тоже титан. Ну, мы титану сейчас мы сделаем прожарку. О-о-о! Кто это у меня? Так, а ну-ка здесь я постою. Все, и жарим, 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 жарим. Прожарочку делаем. Так, титану. Титану делаем прожарку. Так, быстро берем комплект. Так, а где мой чувак? Все, не доехал, не доехал. И титанчик тоже взорвался. Нифига, у него здоровье было вообще мало. А что он там спрятался, стоял? Спрятался, стоял. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Duda Play. И мы улучшаем
Асу нашу, Атоса нашего. Так, мне не хватает денег. Ладно, поехали, немножко подзаработаем. Так, а мы сегодня в Hills of Steel играем на территории новой планеты. На Марсе. И сейчас посмотрим. Далеко ли мы зайдем, много ли денег мы заработаем. Так, первого уничтожили. Инопланетянина. О, вон второй инопланетянин летит. Есть, готов. Да. Так, а ну-ка вот этого быстренько. Опа, готов. Хорошо, смотри, Атлас здесь справляется. Получается, все, мы уже купили, как бы, обновление сможем сделать Атласу. О! Там, ну, скоро будет много их лететь. Это, в принципе, один или два. Ну, этот самый инопланетянин. А сейчас пройдем, их будет много. О, видал? Полетели. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, все, стреляем. Так, одного удара ему мало. Есть. Два ударчика нужно ему. Уничтожается. С двух ударов. И босс. Лазерная пасть. Так, ладно. Так, давайте захилимся сразу. Вот, все, стреляем. Немножко я отойду. Вот, о, здесь встану. Все, стреляем. Да, Атоса бы не помешало бы, конечно же, улучшить. Ну что ж, пошли, возьмем наш ремкомплект. И теперь у нас 100% здоровье, и мы отправляемся дальше. А где у нас здесь новенькие? А, ну сейчас будет ли больше? Сейчас их будет больше немножко, этих танков. О, летят. Так, еще один тебе, да? Не успел, да? Хорошо. Кто там еще? А ну сейчас, видишь, лучше бы, чтобы только летающие были. Да, летающих много. Они сделали, как будто это обычный танк. А наземных мало. Хотя сейчас они начнут появляться. Во! Ё-моё, вот. Видишь, надо мне... Какой у него длинный луч, а? Так, есть один. Да. Какой же длинный луч у них. С этого луча нигде не скрыться, не спастись. Так, идем дальше. Так, это обычный танк. Так, это летающий. Но какой-то там челдобрек маленький. Тебе не кажется, да? У летающих. У летающих тарелок. Водители маленькие, пилоты. Так, пошли. Но? Где? Кто? Вот, первый. Готов. Второй. Так, танк. Ах ты гад. Получи. Есть. Так, маленький. А, да ё-моё. Вот, а ты откуда тут взялся-то, а, малыш? А в тебя я не смогу попасть. Как бы я не хотел бы. Надо под определенным углом встать, чтобы его уничтожить. Ну, а кто там, где? Так, давайте сразу ремкомплектиком подлечимся. Вот, пошли. Три целых было. Три летающих тарелки. Но летающая тарелка, она легче, чем, например, вертолет убивать. Попробую вертолет. Вертолет намного сложнее. О! Еще один. Так, тихо-тихо-тихо. Назад. Ай-яй-яй-яй-яй, аккуратно. Так, о, уже два танка наземных. Классических. Вот. Стоит тут, не стреляет сейчас будет. Сейчас я тебя щелкну. О, получи. Ух ты!
Босс. Повелитель. Ладно. Давай едь сюда. Ой, да сколько так провалилось. Смотри, он еще и назад стреляет. Нифига себе. Есть. Уничтожили мы босса. Инопланетянина. Все, подлечились немножко. Идем дальше. Вот босс. Боссы, кто кстати. Летающие тарелки. Их тут много. Ё-моё, меня не успевает перезаряжаться. Ого, очень много, смотри. Они меня уничтожают. Ладно, подождем сейчас. На! Так, двое у вас было там или сколько? Офигеть. Здоровья тоже мало. Идем дальше. Так. Где же вы? Вот, летят. Один. Так, наземный, обычный. И еще летят сверху. О, много их. Отходим. Да ё-моё. Все, взорвал меня. Эх. Конец игры. И заработали мы с вами 343 монетки.